В эти минуты идет церемония открытия музея Василия Ивановича Чапаева после масштабной реконструкции. Дата подходящая – 135-летие со дня рождения легендарного комдива. Одним из первых посетителей обновленной экспозиции стал глава республики Олег Николаев. На месте работает наша съемочная группа. Наталья Егорова уже готова рассказать обо всех значимых переменах. Изначально может показаться, что ничего не изменилось, и мы попали в прошлое. Гостей встречает все тот же витраж из разноцветного стекла «Красная армия». Но витраж этот уникальный, создан по технологии итальянских мастеров. И, согласитесь, он сразу погружает в особенную атмосферу. Это обязательно нужно было сохранить, погрузиться в то время, узнать о Василии Ивановиче больше. Музей предоставит такую возможность. Глава Чувашии Олег Николаев вначале почтил память Василия Ивановича Чапаева. Возложил цветы к памятнику. С 2018 года здесь проходила глобальная реконструкция. Новшеств немало. Вот, к примеру, диорама – ландшафтный макет города. Здесь воссозданы Чебоксары конца 19 века вместе с деревней Будайка. Можно даже увидеть дом, где родился и провел детские годы Василий Чапаев, и ярмарочную площадь, где он любил бывать с друзьями. Все знаковые для Чапаева места подсвечиваются. Нажав на кнопку, их можно разглядеть во всех подробностях. Вот, к примеру, речной порт, где работали его отец и дед, или Вознесенская церковь, где его крестили. Специально для музея скульптор Эдгар Филиппов создал анатомические манекены. Они воссоздают образы солдата Российской императорской армии, австро-венгерского офицера, казака и красноармейца. Значительно осовременилась мультимедийная часть музея. К примеру, появились вот такие подсказки для желающих узнать о комдиве побольше. Появились тач-панели, в которых содержится информация о вооружении периода Первой мировой войны и гражданских войн, а также статьи, посвященные биографии Василия Ивановича Чапаева. Новый раздел музея повествует и про Чапаевскую дивизию, которая во время Великой Отечественной войны обороняла Севастополь, и большинство бойцов полегло именно там. Полностью обновлен кинозал. Он воссоздает советский период нашей страны. Здесь будут показывать кадры из фильма «Чапаев» и документальную ленту, раскрывающую новые факты о герое. Музей был построен в 1974 году. С тех пор его посетило около 5 миллионов человек. Он пользуется заслуженной любовью посетителей. И сейчас, после обновления, он вновь займет достойное место – на туристической карте Чебоксар. Наталья Егорова, Андрей Шоклев, «Вести Чувашия».